Мы это видим на примере Московских мастеров. Там большая демократия. Они очень часто, ну сейчас уже и европейские, и мировых, в Америке очень развиты. Они очень требуют именно к нам, потому что мы очень хорошо их повторяем. Нога стояла именно так, рука именно так. Я как-то спросил. Я слышал очень много разных объяснений, как это делать. То объяснение, которое мне понравилось, оно вот такое. Это очень важно. Оно мне такое. То есть если вы направите его туда, то что делать с собой? Вот для Буханы это возможно. Это значит, что я направил. И победить тот, который проводит другой. Я прошу одного, не делайте вот этот шаг. И все. Потому что сила вся здесь, и вот эта нога, здесь не двигаться, ничего. Просто мы открываем эту ногу и лишаем возможности какой-то передней рукой и все передней головы. Не будет, потому что я это прав. Но потом это все. Поэтому очень важно. Gracias.
конце рисовал вот эти вот, даже вот здесь вот есть вот Грейси Пара, треугольник. Фигуры, очень часто встречающиеся, треугольник и квадрат. Мы это должны воспринять так, как оставил нам ум. Приложение на движение это звучит так. Постройте как квадрат, входите как треугольник, двигайтесь как. Я к чему говорю? Потому что поворачиваться можно только на двух ногах. Понятно еще? Мы только что выслушали хорошую идею по поводу оси. Нельзя поворачиваться, открывая ногу. Поворачиваться, входя. Потому что входить, понятно, да, что нет. Потому что входить, он сказал, можно только как треугольник. И поэтому те вещи, которые вы делали, особенно начинающие, да, вам показывают диафрагму, вход, понимаете, какой треугольник. Видите треугольник? И когда вы делали ее так, ничего не получалось. Вот это будет. Вот можно встречаться без слова. Иначе мы выйдем в одну сторону, или в другую. Контроль. Настоящего начала. Потому что у сенсея начиналось с такого положения. И самое интересное, что он входил, а больше не входил. Он никогда не работал после запада. Хотя часто начинающим это непонятно, не приходится останавливаться, объяснять, что вот мы делаем так, так, так. Итак, важно. Сказал он, поэтому это будет место. Дальше. Приемки или захват накладывают на нас совершенно другие обязательства, которые работают. Если мы не будем поворачиваться на двух ногах, я пытался показать, мы не сможем делать их. Если мы говорим о стопах, как поставить стопы, так поставить стопы, так поставить стопы, все просто. Я к тому же сенсею, он, как мы говорили, не далеко от Сахара, но он привел такой пример. Там, где по сенсею встретился с Сахаром Хватяром. И это интересный очень человек был, он чаши. Он идет там в детском приюте, денег не берет, купил на свои деньги за татами. Его зовут Масаки Юси. Он в 91 году составили большую делегацию японцев, привезла к нам, туда, в Монтибирск. И очень теплый человек. Он когда, это два разных человека, когда он преподает айкидо и когда он идет дайку. Совершенно разный человек. Совершенно. Так, ему чужой, я вам немного поясню, это не мой тест, не мой опыт, а именно его, который он мне сказал. Одну важную вещь. Помолчение. Так, от молодых, не важно каких школ, одном, двух, трех, десяти, мы должны быть точными в этой школе. Если нам говорят, то пока открываем технику на четыре стороны. Если вы выбрали эту форму, это уже нельзя. Как хотите, не делайте. Форма может быть та же самая, да, но идея нет. Поэтому, если с мячом покрасить, я не буду покрасить. То есть мы делаем так. Потом будем туда, 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 туда
У вас не будет сейчас сложности с исполнением объекта? Я попытался универсально, без всяких. Даже не то делали, что делали. Смотрите, что вы делали в Шаканай. Вы делали так. То есть вы не под его ручки. И это очень хорошо было видно у вас. Никто не делал вот так. Все делали так. И между своих ручки. Но пускай это будет конкретное объяснение, а не универсальное. Но сейчас совершенно по-другому. Вы делали больше. Там колено, там рука, там ничего не сделали. Поэтому, если хотите, воспользуйтесь тем же самым движением. То есть, мы идем под свою руку. А вот этого с ногами надо. Мы не нельзя. Тем более, у вас есть за тело и за руки, которые у вас есть. Плюс, за тело уже все. Любые двигательные ошибки. Знаете что, техника не понять движение, и эти движения не пользуются. Поэтому техника должна быть совершенно. Понятие это пару просто движения. И использование ситуации. Так, у нас он говорит, что вот это наша зона. И надо с ней уходить. Вы представляете, вы наносите такой. Если я буду уходить с этой линии, какой смысл ему атаковать какую-либо сторону, или ту, или эту? Он будет делать шина. Поэтому для того, чтобы получился этот момент, мы занимаем эту линию и уходим. И делаем это движение, которое очень часто ассоциируется с фуитома, но ритм именно такой. Ага. Короче, не так. Иначе он не будет бить сюда, он будет бить сюда. Если линия будет свободно, он и вот это движение, именно вот это движение. Нужно использовать вам для того, чтобы сделать это. Ну, представьте, что он на минус 5 роман, мы делаем вот то, что показываем. Мы берем дверь. Именно тогда, когда делаем подвижки. Двигались очень правильно. Вот так. Если бы мы двигались вот так, понятно? Посмотрите, как он двигается. Как так вот спортивно. Мы же двигаемся. Потом мы двигаемся. Какие-то техники, которые нужны.
не показываю какую-то специальную, специализированную технику, я имею в виду какую-то школу, да? Я занимаюсь своим. Зачем нам показал? А, у нас это вот так. И не было никаких коммуникаций. То есть, короче говоря, мы были не профессионалы. Мы были ученые с идеологией, ну как вот, не знаю, у всех, помните, да? Наша коммунистическая генетика, она не может. И это сильно бросало в глаза. Сейчас прошло уже сколько лет, и все стали мудрее, и те, кто отвечают за направление, это большая ответственность. Большая. Появляется специализация, более того, появляется специализация с другими видами боевых искусств. Из джиу-джитсу, из разными. И так из нас появляются настоящие мастера, а не всегда. Для своих, как кто-то скажет, да, несколько раз. Я хочу сказать, что нередко удается позаниматься самому, вот так прийти на тренировку, пообщаться со всеми. Поэтому я скажу за того, что время. Спасибо. Девченко, ассоциация, с кем мы не живем. Спасибо. Спасибо. На самом деле, если я первый раз нахожусь на этом мероприятии, надеюсь, будем продолжать те же взаимоотношения, потому что согласие.